Стадион Олд Траффорд в славном пригороде Манчестера ожидает футбольной битвы, как и мы. Состав Манчестер Юнайтед. Данная расстановка требует высокой координации действий игроков. Да, вместе атакуют, но и, разумеется, вместе обороняются. Криштиану Роналду. Гостевой команды. Тренер решил сделать ставку на атаку. Каждый из полузащитников представляет угрозу для ворот соперника. Стадион Олд Траффорд в славном пригороде Манчестера ожидает футбольной битвы, как и мы. Состав Манчестер Юнайтед. Данная расстановка требует высокой координации действий игроков. Да, вместе атакуют, но и, разумеется, вместе обороняются. Криштиану Роналду. Гостевой команды. Тренер решил сделать ставку на атаку. Каждый из полузащитников представляет угрозу для ворот соперника. Стадион Олд Траффорд в славном пригороде Манчестера ожидает футбольной битвы, как и мы. Состав Манчестер Юнайтед. Данная расстановка требует высокой координации действий игроков. Да, вместе атакуют, но и, разумеется, вместе обороняются. Криштиану Роналду. Стадион Олд Траффорд в славном пригороде Манчестера ожидает футбольной битвы, как и мы. Состав Манчестер Юнайтед. Данная расстановка требует высокой координации действий игроков. Да, вместе атакуют, но и, разумеется, вместе обороняются. Криштиану Роналду. Олд Траффорд – один из самых больших стадионов в Англии, одно из главных футбольных достояний Великобритании. Его вместимость – 75 тысяч зрителей, и крайне редко здесь бывают свободные места. Это второй по вместимости стадион Англии и первый по продажам абонементов. Первый и единственный клуб Манчестера, как говорят, разумеется, поклонники Юнайтед. Он накручивает соперников одного за другим. Нет, не попал, а мог бы выводить команду вперед уже на первых минутах встречи. Все возможности для этого были. Жаль, не хватило точности.